сосуд для благовоний. Может иметь название псамим, хадас, в зависимости от места, где он использовался. В Восточной Европе до начала XX века один из обязательных в еврейском доме ритуальных предметов. Использовался в прощальной молитве, отделяющей субботу и праздники от будничных дней. Источает запахи помещенных в него пряностей, гвоздики, шафрана и других. Изготовленную в 2009 году. Высота примерно 23 сантиметра. Основной материал – серебро. Сверху мы видим съемный хрустальный колпак, имеющий форму полуяйца. Обычно колпак закрывает емкость для благовоний, которая расположена в нижнем полуяйце. При снятии верхнего колпака мы видим молитвенник, верхняя страница которого открытая, изготовленная из золота, и на ней выгравированы слова «Благословен ты, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший ароматные вещества». Молитвенник является ручкой для съема крышки. Снимаем крышку, и мы видим полость, куда засыпаются благовония. Обе половинки, верхнее и нижнее полуяйцо, соединяются ободом, украшенным эмалевыми орнаментами. На ободе имеется три выступающих фиксатора. Фиксаторы украшены изумрудами и бриллиантами. Верхний колпак имеет сверху ручку в виде короны с фигурой льва. На стеклянном колпаке подвешен серебряный колокольчик. Вот здесь мы видим обод и нижнее полуяйцо, которое сделано из серебра и украшено горячей эмалью гелишированием. И, наконец, основание сделано из стекла, имеющее 6 ножек.